Здравствуйте, мои дорогие девочки! Приветствую всех на канале Айрони. Сегодня ко мне пришла заказанная сумка. Поэтому видео делаю спонтанно для того, что если вдруг вы захотите себе на Новый год или на Рождество такую сумочку, вы спокойно успеете ее заказать. Я ее заказывала на Амазоне, и она пришла через 2 дня. Я искала давно такую подобную сумку. Я хотела кожаную сумку через плечо, длинную. Вы потом в конце видео увидите, как она смотрится. Это, значит, сумка из натуральной кожи козы. Сейчас она немножечко помятая, так сказать, и жестковатая выглядит. Я ее только-только получила. Но со временем, по моему опыту и по описанию к этой сумке, это немецкое, кстати, производство, написано, что она будет мягкая и она будет гораздо темнее. То есть она превратится в коричневую из этого рыжего цвета. И у меня была такая сумка, действительно так оно и происходит. Она идет, значит, с пыльником вот таким. Внутри она сделана как ведерко, вот так вот круглая. Внутри тоже замша. Отделение на замочке, а так сумка на магните. Но я решила, ничего страшного, потому что у меня есть другая сумка замшевая, она тоже на магните, и ничего оттуда не вываливается, все хорошо. А тем более это она, ее никак в руку не взять, она только через плечо. То есть ее носить как кроссбоди по диагонали, потому что она длинная. Вот так она выглядит, я ее давно искала, в магазинах я ничего не нашла, поэтому заказала в интернете. И я прекрасно понимаю, что она не всем подходит, не все любят такое. Но так как я ношу время от времени бохо стиль, я это люблю, то эта сумка мне прекрасно подойдет под мои аутфиты. И вот еще мне захотелось купить себе что-нибудь вот такого вот коричневого, в коричневых тонах, какой-то сделать аутфитик, чтобы он подходил и к сумке, и к цвету волос. Так что есть что посмотреть. Все, девочки, это все, что я вам хотела сказать. Ссылочку на эту сумку я оставляю внизу. Всех целую, всем пока!